разговор. Итак, у нас с вами есть тело, и в теле у нас присутствует мышечная система, и где-то есть эмоциональная система. Если я вам скажу мышечная система, вы сразу ее можете определить, да? Раз, мышечная система, да? Всем понятно, где мышечная система. Когда я говорю эмоциональная система, кто понял, где в теле есть вот эта самая эмоциональная система? Тело здесь. Тань, ты поймал эту систему? На лице, улыбка, на лице. Отражение эмоций. Так, видишь, да, опять, да, и опять через тело. Да, и вот сейчас мы давайте сделаем такую интересную штуку. Такое упражнение сразу сделаем. Мы посмотрим, какие у нас есть отделы, сектора, сегменты мышц в целом теле, и посмотрим, как они взаимодействуют с теми эмоциями, которые мы знаем. У нас есть тело. Тело делится, мы возьмем классику, да, для того, чтобы вот не было никаких там разночтений. У нас есть классика. У нас есть Вильгельм Райх, который был первооснователем телесно-ориентированной терапии. И по его теории у нас в теле есть 7 сегментов. Да? Это глазной, челюстной, горловой, грудной, диафрагмальный, брюшной и тазовый. В грудной входят еще руки, а в тазовый входят еще ноги. Ну так, чтобы все тело включилось. Да? И по его системе идет проработка по этим секторам. Мы к нему больше не будем отношения иметь на нашем занятии. Мы просто возьмем его, вот это деление, вот эти сегменты, по которым мы будем сегодня проходить. А теперь давайте возьмем базовые эмоции. Много есть тоже различных классификаций эмоций, но вот одна из них — это те эмоции, которые считаются базовыми. Базовые эмоции. Их ну, не разделяют, но мы так примерно разделим их, да, на положительные и отрицательные. Базовая эмоция – это страх, гнев, печаль, отвращение, радость и интерес. Условно говоря, 4 негативные эмоции, да, условно, и 2 позитивные эмоции. А теперь давайте упражнение будет состоять в следующем. Мы будем брать каждую эмоцию и будем смотреть, где она у нас в теле, в каком она секторе у нас будет откликаться. Потому что с мышечной системой нам понятно, где у нас мышцы. Давайте посмотрим, где у нас эмоции. Страх. 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 Где в теле, у кого страх? Отозвался или мыслью вы решаете, что там у вас страх? Наверное, в пятки уходит душа. Так, что-то опускается. То есть да, в пятках, в ногах вот у нас страх. Да, ну, хорошо. Тоже в ногах. Таня, тебя? У меня страх, ну, сразу говорили, страх потери контроля. Это долго брала ответственность на себя, а сейчас ее надо скидывать. Я, это вверх спины, да? Это контроль. Да, ну вот, вот она. Хорошо, теперь смотрите, я вам предложу, вот по секторам пойдем. Смотрите, а когда происходит страх, глазной отдел, а что происходит с глазами? Во время страха. Да, ну или раскрываются, или сжимаются. Да, да, да. Да, да. Челюстной, когда происходит страх, что происходит? Не сдавливается. Мы сразу, да, напрягаемся, да? А, горловой страх. Не можем сказать. Да. Дальше грудной. Зажат. Да, вот это вот мы сразу такие. Угу. А дальше диафрагма, дыхание. Да, ну и живот туда это же пошел. У дочери у меня же поджался. Да. Ну и тазовый тоже получается. Мы вот присели, ноги напрягли. Да, получается, страх у нас по сути своей можно наложить, да, на всю мышечную систему. Так и получается, этот геморрой — это и есть тазовый страх. Ну, это просто я сейчас. Геморрой, ну, страх. Получается, да. Разжимается там, значит. Даже больше запоры, мне кажется. Ну, запоры — это и брюшной тоже. Да, а да, да, да. Геморрой — это вот. Это, ну, вот там, я просто конкретно сфотографировала. Да, супер. А, мы, у нас было прямо отдельное, помните, занятие. Я не была, наверное. Не была? Нет, я не была. Нет, не была. Не на геморрой, на страхе. Геморрой мы еще отдельно не разбирали. Под запрос. Уберите мужчин из этого зала. Мы так и будем ржать, как лошадь. Все
все уже, да, мешает. То есть нам там, не знаю, мне выйти, да. Хорошо, было отдельное занятие, оно как раз называлось «Проработка страха». И, в общем, из всех эмоций страх, он, казалось бы, ну, самый первопричина, он лежит под всеми нашими какими-то эмоциональными проявлениями. Но давайте пойдем дальше, давайте посмотрим гнев. Гнев, вот где у вас, вот сразу гнев, где у вас отзывается, где? Где? У меня в глазах. Кулаки. Угу. А вообще-то все тоже мышцы же. Так, есть челюсти где тоже. У тебя гнев? Сейчас вот индивидуально просто где сразу словили, а потом есть, посмотрим во всем. У меня совсем по-другому. У меня вот так вот он вот здесь начинает есть. Вот так вот двигаться, а я, оказывается, его научилась быстро это. Я, он только это, он сразу щить. Да, я научилась его, помните, через А. Да, а я его долго потом это отренировала, и вот я сейчас вот в гнев, я раз его нашла, он шить и сразу вышел через рот. Вот, супер. Отлично. Ну а дальше давайте опять посмотрим по нашей этой мышечной системе, да? Глаза, гнев. Ага. Челюсти тоже ведь начинают, да? Но глубже. Сжиматься. Да, вот туда прям уходит. Горло, это скорее всего. Ага, пошло, да? Грудное это вот такое вот сразу, да? Сюда руки, кулаки пошли. Диафрагма, соответственно, дыхание. Да, пошло в живот, сюда же к диафрагме пошел. Ну и таз у нас начинает активизироваться, надо куда-то вот двигануть. Да? Ну это точно не геморрой, наверное. Нет. Да, переходим к печали. Печаль. Где печаль? Вот первое, что. Где печаль пошла у тебя? Я считаю, это осанка, прежде всего. Так. Сутулые плечи. Так. Да, мимика. Так. Грустняк, кисля. Так, где у тебя печаль? А у меня вот так, сюда надавливает на середину, на вот эту вот полосу, через которую потом все выходит. А вот потом вот. Тянется осанка. А, вот они, плечи а вот ушли, она, а грудной осанка. Зажался. У меня здесь, вот да. Грудным зажимает осанка. Да. Ну и проходим опять по всему, да. Глаза меняются, челюсти. Свои процессы происходят. Ну, в общем, если мы с вами все проходим, горло начинается вот это. Такое что-то. Да? Грудной мы сейчас уже определили, что зажимается. Дыхание тоже. У нас становится абсолютно другое. И мы с вами можем дальше перебирать все остальные эмоции. И мы обнаружим, что все наши эмоции... Надо радость попробовать, а то я сейчас останусь на печальке. У меня просто сейчас, вот это все сейчас пошло. Сейчас я общее просто скажу. И мы как раз... Да, это я как раз про это и хотел сказать. Что любую эмоцию из базовых, какую бы мы с вами не наложили на нашу мышечную систему, окажется, что все эмоции, они... со всеми секторами тела, на всех мышцах они присутствуют. И получается, что для того, чтобы воздействовать на эмоциональную систему в целом, да, на все эмоции, мы можем просто воздействовать на всю мышечную систему, что сегодня мы будем с вами делать. Вот, а по поводу твоего запроса я хотел сказать, что с одной стороны, вроде бы все эмоции, они нейтральны, до тех пор, пока мы им не даем оценку. Но так как у нас уже на уровне ментальности плотно дана оценка, это негативный, это позитивный, то все-таки, когда завершая какой-то процесс, лучше заканчивать его на той эмоции, которая у нас обозначена как положительная. Ну, давайте посмотрим. Радость. А нет, давайте... А что радость? Интересно. У нас сейчас исследовательский как раз процесс. Интерес. Вот где интерес? Где интерес в теле сразу проявляется? Интерес. Вот где он? Интерес это внимательный взгляд и слух напряг. Глаза. Тоже голова, задняя часть. А руки все расслаблены, но я не мельтешу руками, ничего ногами не машу, а сосредоточен. Вот так. Так, хорошо. У меня так, полностью вся как-то голова. Ну, как и вперед. Полушарие включили, да? Вперед. Опа, плечи, познавать мир. Вот да, собачка. Вот, тело, да, пошло. Собачка. Собашка, сова. У меня такое ощущение, что моя голова вообще не работает. Ну, в разных мирах какие-то, да? Не работает просто.
А у меня все здесь почему-то. У меня вот здесь вот все это. У меня, получается, связано с это с горлом, да, с вопросами, очень со включается, всеми. Да. Глаза, наоборот, выключаются и не смотрят, а мозг начинает смотреть. Глаза, то есть глазами не надо смотреть мне в этот момент, если у меня интерес. У меня вот это вот все включается. А и все, я через. А вообще все тело пошло. Все тело. И на все тело пошло. Да, да, все тело. У нас глаза такие, да. О. Потом пошли вопросы, да, почему, как дети. А почему? Я бесконечный, как вчера мне Артем сказал. Я какой-то бесконечный, почему? Почему? А почему? А почему это? А почему флаги? А почему это? А почему это? А почему? А потом. Да, шли пока до парка. А почему флаги висят? А почему дома стоят? А почему вообще? А потом такое стоит. А почему я задаю столько много почему? Вот. Поэтому, да, здесь пошло сюда включать. Здесь вот так сразу какая-то вот эта вот активность, да, пошла. Вот эти вот вдох-выдох другой совсем пошел. И наше тело все задействовало. Все, то же самое. Ты переключил? Да. Отлично. Все, теперь мы вот эту взаимосвязь нашли, что у нас по сути своей есть мышца, например, вот мышцы есть, да, на мышцу, например, в мышце есть блок в каком-то месте, вот она зажата из-за того, что там чего-то в ней записалось. Вот на этот блок сверху обычно накладывается зажим эмоциональный, да, то есть. И получается, чтобы снять эмоциональный зажим, мы можем пойти одним путем. Ну вот чисто психологически. Давайте посидим, поговорим, давайте с вами обсудим, почему там что-то. Записывается куда-то не на мышцу, а на пассию. Как это записывается? Если вот мышцы напряглась. В мышце, вот смотри, например, ребенок бежит, ему, ну там, и вот у него интерес, он говорит, нельзя! Пум! Вот мышцы записались. Нельзя. Да, второй раз он бежит, нельзя. И несколько раз, и вот там, где мышцы в этот момент на нельзя напрягаются, там в этих напряжениях, там, вот, ну, здесь вот, вот здесь, например, записывается вот это вот запрет. Да? А на запрет накладывается, соответственно, эмоция. Ну, страх однозначно там есть. Да? Оп, он испугался, да. Все, а вот получается, в мышцы там, где-то в разных местах. Может быть, у каждого еще может быть плюс, кроме того, что есть общая система напряжений, вот этих блоков мышечных, есть еще индивидуальные, из-за того, что в этот момент там кто-то сидел, стоял, лежал, как-то что-то было подогнуто, и где-то напряжение иначе будет записываться. Дальше на вот это вот там, в том или ином месте, вот этот вот, я говорю, вот оно напряжение в мышце, а вот эта эмоция, она получается как бы сверху зажимчиком таким лежит. И можно снять это напряжение каким образом? Мы убираем, получается, вот этот эмоциональный, и здесь происходит расслабление. Но так как мышца, она все-таки базовая является, да, то можно убрать эмоциональное, а мышца может так и остаться в зажиме и будет создавать дальше провокацию. Поэтому, если мы идем от мышцы, то получается, отпуская мышцу, мы не даем уже эмоции где-то закрепиться. Получается, отпуская мышцу, мы отпускаем эмоцию. И она уходит, все. И повторения нет. Поэтому мы с вами, получается, сегодня соединяем, да, вот эту эмоциональную систему, вот мы эти взяли базовые эмоции, мы наложили их на мышечную систему, и сейчас мы через мышечную всю систему целостную пойдем для того, чтобы вот эти блоки у нас разжимались и отпускали вот эти эмоции, которые лежат. Вот получается так. У нас есть эмоция, да, условно говоря, вот она сидит на напряжении. Мы расслабляем, и мы создаем такое, да, убирание эмоций, он написал антистресс, убирание вот этого, вот этой зажатой эмоции. Не то, что эмоцию плохо проявлять, да, мы эмоцию проявили и отпустили, она ушла. Если мы ее не отпустили и не проявили, она у нас получается вот в этом напряжении сидит. Убирая напряжение через расслабление, мы даем эмоции разрядиться. И мы пойдем по такой схеме. Вот она у нас тут внизу. По пятишаговой системе пойдем. Если мы обратим внимание с вами вообще на
то, как взаимодействует все в мире, то мы можем определить вот эти вот шаги, по которым мы сегодня пойдем по нашей мышечной системе. Вот, смотрите, есть согласие, согласны, не согласны, отзывается, не отзывается. Первое – это внимание. Что бы ни происходило, это забирает всегда наше внимание. Первый шаг – это всегда внимание, да? Если я хочу поднять руку, мое внимание все равно раз, там, оп, на руке, да? А я хочу куда-то общение, раз, эмоция пошла туда. Я планирую что-то сделать, эмоция пошла, ой, внимание пошло туда. Первое, что включается, это внимание. Направленность внимания на то, что будет происходить вот в этом взаимодействии, любом в мире. А дальше у нас внимание направилось, у нас появляется некое напряжение в теле. Напряжение не как блоковое, а напряжение, кстати, я вот про твою кадриль думаю, где-то, наверное, что-то, может быть, ты сейчас параллельное услышишь, увидишь. Ну, вернемся потом. Значит, внимание, дальше есть некое напряжение. Оп, да? Ну, даже вот мы возьмем, да, возник интерес, мы что-то увидели интересное. Раз наше внимание туда ушло, наше тело такое, оп, ну, собралось, да. Потом, для того, чтобы совершить действие, оно ушло в расслабление. Потом некое натяжение в сторону вот этого интереса, куда мы двигаемся. И дальше происходит резонанс, это уже взаимодействие с тем объектом, предметом, субъектом ситуации, в которую мы идем. Согласны, не согласны? Частично. Хорошо. И это должно быть что-то такое острое, чтобы так внимание. Потому что в обыденной жизни обычно может быть внимание там где-то в нескольких местах, действие в одном месте. Ну да, это наша вот эта способность растекаться, рассотрясаться. Но по сути, когда вот если мы возьмем за основу, да, сейчас вот это все. Типа, как надо жить? Надо жить в моменте, здесь и сейчас. Вот если исходить из этого понимания, что здесь и сейчас, в моменте, и вот она есть настоящая жизнь, то она протекает именно таким образом. С резонированием. Плюс дальше в этом процессе обязательно участвует наше дыхание, да. Это то, что у нас есть всегда, присутствует, в общем, практически даром, да. Нам ничего для этого не надо, кажется. Дышим, живем, пока живем, до тех пор дышим, поэтому у нас это даром в полном владении есть. И проговор я написал, но это имеется в виду, что даже если мы не вступаем в словесный диалог с кем-то, у нас про себя идет вот этот вот бла-бла-бла все равно, да, о, какой красивый цветочек, да, но это я не вслух говорю, это я, глядя на цветок, например, проговариваю себе, ой, птичка запела, о, какое небо голубое. Вот. И вот эта целостная система, она во всем мире всегда присутствует. Даже если, как ты говоришь, мы рассеяны и там чего-то, она все равно есть, мы ее просто не отслеживаем. Она мгновенная такая, вот если в замедленном движении как-то вот снимать, можно все эти шаги отследить. Но мы сегодня не будем записывать видео, раскладывать на шаги, мы будем заниматься нашей мышечной системой и пойдем и вот схемка как раз вот по схеме, значит, первое, мы с вами, как мы будем заниматься сегодня воздействием на нашу мышечную систему, то есть наша задача сегодня максимально, хотел сказать, расслабить, нет, не только расслабить, у нас мы по разным шагам пойдем, наша задача увидеть в нашем в работе нашей мышечной системы вот эту схему и начать учить нашу мышечную систему умению не только напрягаться, но и расслабляться, ну и все остальные шаги. Ну, акцент, понятно, вот на это. Научить систему нашу мышечную по наш запрос напрягаться, под наш запрос расслабляться. В практике будет понятнее, да, сейчас я так говорю, потому что я знаю, как это будет, да. Вы сидите так, смотрите, ну ладно, вроде мы умеем расслабляться, и напрягаться тоже мы умеем, да. Доверяем. И вообще все классно. Хорошо. При выполнении упражнений, например, приседания или же в лёжа со штангой, эта схема тоже работает? Да. Когда я штангу принимаю на грудь, я расслабляюсь, значит, я делаю выдох.
А когда толкаю ее вверх, значит делаю вдох. Это же момент напряжения. Нет, здесь вот на... ну вдох, да, ты сказал, да. Просто вот здесь это еще дополнительно на нашем написано. Там вдох-выдох может по-другому быть, но факт того, что момент напряжения и расслабления, ты все равно дышишь. Но это может меняться. Понятно. Вот. И потом внимание, конечно, обязательно есть. Вот со штангой как раз недавно был такой пример. В спортзале, да. Да, и реально человек отвлекся, и его потом спасали всем спортзалом. Просто от того, что он выключил первый шаг. Поэтому уже не получилось ни напряжения, ни расслабления, ни натяжения, ни резонанса. Он просто выключил напряжение, и его вот этой штангой прижало. Его потом говорят, ты чего? А он там говорит, ну, в общем, у него включился там родитель, он хотел кого-то чему-то научить. В итоге человека прижало штангой. Что так делать нельзя? Да. Мир ему сразу показал. Хочешь? Да, пожалуйста, смотри, получи. Итак, мы сейчас с вами будем делать комплекс, направленный на мышечную систему по такой схеме. Будем делать, акцентировать первое внимание, да, мы посмотрим внимание на нашу мышечную мышцу, да. Потом мы пройдем по телу. В одну сторону по всему телу сверху вниз. Потом мы пройдем по телу еще раз снизу вверх. Потом мы завертикалим тело и пройдем по вертикали по телу. И потом мы включим вот это вот натяжение и резонанс. Я думала, выйдем из тела, там так. Да, но по сути своей мы, так как у нас группа, да. А человек будет выходить в этот момент из тела, да, а все остальные будут ему создавать натяжение, да, и резонанс. То есть вот эти два шага мы тоже пройдем. Потому что на самом деле для нас важны, чтобы наша мышечная система научить нашу мышечную систему в нужное время напрягаться и расслабляться, нам достаточно вот вроде потренировать эти два шага. Но мы-то мастера, мы эти два тоже сегодня практикуем.